6 миллионов человек нуждаются в жилье. Почему? Потому что у нас жилье некачественное, нет инфраструктуры нормальной, старые дома. В общем, одним словом, нужно масштабное строительство. Что нужно для этого сделать? Нужно просто добиться, чтобы наше население получало более высокие доходы. Соответственно, второе, мы должны добиться, чтобы процентные ставки были низкие. Государство каждый год будет вкладывать деньги для организации строительства жилья. И мы каждый год будем обеспечивать 250 тысяч человек жильем, минимум 250. Будут брать кредит по ставке 5 годовых на 20-30 лет. И для государства это ничего не стоит, потому что, когда государство начинает такую программу развивать, конкуренция начинается жестокая, появляются рабочие места, соответственно, платятся налоги в бюджет, и опять государство богатеет. То есть это выгодно вкладывать в развитие строительства жилья. Вы знаете, есть программа у нас, называется «Жилищная программа демократического выбора Казахстана». Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.